Да, добрый день, коллеги. Очень интересная дискуссия, и прямо самое замечательное, что действительно все укладывается в какую-то единую картину, и вопросы явно друг с другом стыкуются. Мы продолжаем, в общем, дискуссию мысленно в этих докладах, и мне кажется, что впечатление формируется о том, как дальше жить. Мне кажется, что это очень ценно для дискуссии про будущее, потому что, правда, на наших всех конференциях, посвященных клиническим исследованиям, мы любим говорить про будущее. Иногда возникает такой мотив, что да, это все действительно заманчиво, но на самом деле сейчас ничего не происходит. Ну вот, как мне кажется, что сейчас кое-что произошло, буквально за несколько дней до сегодняшней нашей дискуссии была опубликована новость, что отменена аккредитация клинических центров для исследований. И, в общем, я решил поразмышлять на этот счет. Так, я надеюсь, что у меня будут включаться слайды, да, это происходит. Что это было? Ну, наверное, большинство из слушателей знает, что есть такая инициатива нашего правительства, которая называется «Регуляторная гильотина», в рамках которой тысячи уже утративших свой смысл регуляции упраздняются. Взамен этого, может быть, тоже какие-то появятся, но хочется верить, что они будут более осмыслены. И вот в том числе касающиеся нас регуляции долго обсуждались и бодались, и разные мнения высказывались, что хорошо. Значит, пресловутый приказ 200Н и, значит, аккредитация клинических центров. И вот пала аккредитация. 200Н пока не тронут. И здесь я хотел бы задать вопрос. Что вы испытали в тот момент, когда услышали о том, что аккредитация с 1 января 2021 года упраздняется? И как вы думаете, вот для второй-третьей фазы, да, вот для типичного нашего исследования клинического, как вы думаете, это скорее хорошо, скорее плохо? То есть как вы оцениваете, как работала эта система аккредитации? Я надеюсь, что сейчас организаторы помогут вывести голосование туда, где оно должно появиться. Голосование уже запущено, мне говорят. Да, и кто смотрит через YouTube, видит. Первый, второй, третий. Уже есть проголосовавший. Мы ждем несколько минут. Костя. Что, извиняюсь, Артем? Мы немножко подождем, да. Я думаю, что вы можете продолжать, да. А по итогам я вам расскажу. Да. Да, действительно, потому что, с одной стороны, нужно появиться. Голосование уже запущено, мне говорят. Да, и кто смотрит сейчас? Да, спасибо. Ну да. Наверное, закладывалось в эту регуляцию, в аккредитацию, то, что она должна помогать гарантировать качество в центрах. Мы все, разумеется, за качество всей душой. С другой стороны, значит, не очень понятно, что центры делали, ориентируясь на эту аккредитацию. Действительно ли она работала, или это было просто бумажки. Вот. Или, может быть, вообще она была вредна, потому что у нас многие регионы годами не имели ни одного центра вообще на всей территории региона, да, потому что они не могли получить аккредитацию. Ну и там отчасти, наверное, этому мешало и то, что опыт участия в исследованиях 5 лет был установлен одновременно с аккредитацией. Так. По результатам. Да, результаты, Константин. В общем, первые и вторые вопросы набрали по 40%. Да, третий, нашлись те, кто считает, что это вредна была методика аккредитации.
Отлично, спасибо. А вот интересно, дальше будет возможность продолжать это голосование, как будет висеть? Да. Нет. Да, голосование будет открыто до следующего вопроса. А, супер. Так, тогда пойдем дальше. Почему важно сегодня обсудить и попытаться извлечь какие-то выводы? Ну, вот с одной стороны, мы все, наверное, за то, чтобы развивать клинические исследования в России. Вот, и мы все, наверное, против каких-то неправильных регуляций, вот, и против того, чтобы мешать. Поэтому, наверное, сейчас, когда государство признало, что это регуляция, в общем, уже не работающая, имеет смысл как-то рефлексировать, а как так получилось, что та регуляция, которую потом нужно было отменять, у нас была, появилась, да, и как, может быть, она была действительно свою роль сыграла, может быть, она просто была никогда не нужна, и как, в общем, в целом любые регуляции появляются, и вот, мне кажется, с Дмитрием дискуссия про эпидемиологические исследования и как нам их тоже обустроить, это абсолютно вот про это. Значит, следующий вопрос. Конечно, качество данных и репутация России в этом отношении, безопасность наших добровольцев и пациентов, конечно, требует очень аккуратно действовать везде, где мы можем нанести ущерб. Поэтому, безусловно, рубить все, значит, барьеры на пути этих ошибок, да, там, конечно, это плохо, и, наверное, нужно задуматься с регуляцией или без регуляции, ну, теперь уже без регуляции, какова наша роль. Ну и самая сегодняшняя тема дня — это, в общем-то, наступающее будущее. Мы говорим о том, что исследования должны реально отражать то, какую выгоду получает пациент. И наш сегодняшний день начался с доклада Александра, где он прекрасно сформулировал главный недостаток любого международного рандомизированного клинического исследования в том, что это искусственная, лабораторная фактически ситуация. И, конечно, в будущем мы хотим, все мы хотим, да, и регуляторы, и пациенты хотят получать достоверные данные, которые можно будет применять, да, на практике врачу и пациенту верить в них, да, и не думая, что это была какая-то настолько стерильная какая-то модель, которая не имеет абсолютно к моей районной поликлинике никакого отношения. Так вот, как раз именно расширение сферы проведения клинических исследований, конечно, это точно прогресс в сторону децентрализованных клинических исследований, когда все пациенты будут лечиться там, где они лечатся, и абсолютно этому можно будет доверять больше, чем сейчас. Интересный аспект. Я попытался быстренько собрать информацию от коллег, как в других странах обстоят дела с такой штукой, как аккредитация центров. Я, к своему удивлению, обнаружил, я, честно, не знал, что, оказывается, аккредитация процветает в Южной Корее, которая славится своим открытостью к клиническим исследованиям. Это абсолютно страна, на которую Россия может и должна ориентироваться с точки зрения привлечения клинических исследований на свой рынок и в то же время инвестиции со стороны государства и со стороны компаний в качество и в инфраструктуру. Вот, в Южной Корее есть аккредитация центров, при этом достаточно жесткая, например, несмотря на просьбы спонсоров и врачей, только стационары, да, фактически, были допущены к аккредитации, да, и обычные клиники, как они их называют, амбулатории, не были аккредитованы. Но при этом, что интересно, аккредитация автоматически разрешает проводить клиническое исследование в данном центре, и его не нужно больше одобрять в Минздраве, да, корейском, для конкретного уже потом в ближайшем исследования. Вот. Ну, для информации. Исследователи и мониторы тоже должны быть обучены в специальном аккредитованном центре. Тоже интересная
инновация, но вот это, похоже, уже себя исчерпало и, возможно, уходит. При этом расширяется перечень центров, которые могут такие тренинги проводить. Например, AstraZeneca уже давно получил и сам тоже может проводить. То есть не только, то есть это не кто-то зажал на себе такой, значит, сидит на этой золотой жиле и всех пропускает за какую-то аккредитацию. Европа, естественно, здесь со многолетним опытом и, в общем, либеральным отношением к, в целом к бизнесу никаких аккредитаций нет. Только для первой фазы Clinical Pharmacology Unit, естественно, да, он регулируется в большинстве стран. И Румыния, если кто-то не знает, чей это флаг, аккредитация есть. Это наша, значит, страна-коллега, по несчастью, чисто бюрократическая аккредитация, много документов, много времени, никакого толку, пустая формальность и не более того. Это единственная страна в ЕС, где есть такая аккредитация. В общем, никакого удовольствия они от нее не получают. Ну, в общем, обобщая, да, какой-то опыт и мысли по поводу того, что, зачем нужны регуляции, наверное, да, в самом широком, если поле пытаться как-то прорабатывать эту тему. Аккредитация, да, и регуляция здорового человека, она должна, конечно, стимулировать конкуренцию и совершенствование. Она должна заставлять центр что-то делать. И что-то делать не только на входе, чтобы получить заветную бумажку, а что-то делать дальше. Аккредитация должна быть критериями качества, да, которые являются инструментом к каждодневной работе, потому что мы все время говорим о том, что качество — это не что-то, что ты можешь сделать под конкретную дату. Качество — это ежедневная работа. Значит, любая наша регуляция, аккредитация должна давать ключ к тому, как работать каждый день, как выстраивать свою работу и повышать дальше качество. Вот. Скорее, чем быть однократным барьером, через который надо просто перепрыгнуть, а потом дальше уже никто не волнует, в том счете, что там происходит. Ну и, разумеется, это должно быть абсолютно прозрачно. Мы все должны понимать, что происходит, да, что за качество. Потому что, конечно, наверное, в чем был недостаток нашей аккредитации российской, в том, что действительно не очень было понятно, какие документы и там по уровню действительно этих центров, как их можно сравнить друг с другом. Любая частная клиника на первом этаже многоэтажного дома могла бы получить аккредитацию, мы все это видели, никаким фильтром реально эта аккредитация не была, такое ощущение, что ее может каждый практически получить. При этом как сравнивать клинику, скажем, и там не онкологии ТРО, уважаемые, не очень было понятно. Формально по этой аккредитации они были абсолютно одинаковые. Вот. Для пациента тоже не очень была, наверное, понятна эта аккредитация, помогала ли она пациенту как главному, в общем, бенефициару, интересанту этих всех упражнений, не очень тоже понятно. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы аккредитация, безусловно, развивала, двигала рынок вперед. Я не уверен, что та аккредитация, которая была, двигала нас вперед. Может быть, она совсем отъявленных негодяев не допускала на этот рынок, но в целом, наверное, не помогала. Ну и ориентирована на будущее, должна быть достаточно адаптивной, близкой к нашим всем как бы future-proof таким, да, надеждам. Вот. И действительно, требования, которые в этой регуляции, в этой кризисе должны быть, это должны быть какие-то идеи, которые созрели у тех людей, которые работают на этом рынке, и, наверное, на каких-то ошибках там и так далее. Ну, в общем, поскольку, слава богу, значит, ненужная аккредитация демонтирована, мы можем, наверное, обсуждать, как нам теперь жить, да, получив весь этот опыт и имея какие-то, значит, желания, да, как, тем не менее, без аккредитации, но со своей головой, со своими руками строить систему качества и
строить рынок в России вместе. И, наверное, ключевой момент, как мне кажется, мое мнение, нам нужно понимать очень хорошо, какие приоритеты для нас стоят здесь, в России. Вот такие конференции, как сегодняшняя, безусловно, позволяют идентифицировать направления, вызывающие интерес. И мы должны очень хорошо знать свои риски, и мы должны прицельно по этим рискам работать. Это как раз для этого нам минимум формальности нужен. И мы должны, конечно, инвестировать в наше развитие центров. Мы, как я говорю, это и фармацевтические компании. Мне кажется, что мы здесь недокручиваем пока. И хотя есть много прекрасных примеров, и я призываю всех послушать опыт, может быть, пока еще первый, но тот, который делает AstraZeneca. Сегодня моя коллега Юлия Незмединова вместе с Константином Константиновичем Локтионовым вдвоем, что тоже, мне кажется, инновационный дизайн презентации, будет рассказывать о развитии центров, о повышении качества центров, о проекте, который начала AstraZeneca. Вот. И, конечно, со стороны таких организаций, как Ассоциация организаций клиническим исследованиям и других профильных организаций. Я думаю, что такие инициативы, которые ставят четкие приоритеты перед Россией и перед качеством в России, я бы лично очень приветствовал. Мне кажется, что это то, что мы можем и должны делать, и чтобы потом уже пошагово мы стремились к реализации этих конкретных приоритетов. Ну и, наверное, нехорошо, что если не будет никакой регуляции по тому, как делать скрининг первой фазы, во всем мире признано, что это более высокий риск, да, и, наверное, какие-то здесь шаги нужны для того, чтобы как-то это нормализовать. И все, что касается аккредитации для обычных клинических исследований, мое мнение, что она, разумеется, не нужна, это избыточный барьер. И, естественно, если только это не добровольная аккредитация. В мире есть несколько примеров, несколько инициатив разной степени успешности. Но мне кажется, что очевидно то, что сейчас формируется сотрудничество между спонсорами, это участие в международных базах данных. Это база данных DrugDev, которая сейчас принадлежит IQVIA, на основе Investigator Data Bank, где исследователи добровольно вносят свои данные, и там уже для фармкомпаний, сотрудничающих с инициативой, все параметры относительно опыта, результатов участия этих исследователей в протоколах видны, делятся, и, в общем, это тоже очень, мне кажется, неплохой пример того, как центры могут развиваться, и рынок в целом может развиваться на основе большей прозрачности. Да, ну и Shared Investigator Platform — это тоже примерно из той же серии. Наверное, на этом я бы хотел закончить.